Привет, друзья! Антиквар на связи. Открываем новую рубрику «Стратегии захвата объектов от подписчиков». Сегодня я покажу вам стратегию по захвату мавзолея личий под названием «Нетантом единым» за авторством подписчика с ником Никлаус. Если вы не хотите стартовать тантом, то эта стратегия именно для вас. Итак, необходимые условия для такого взятия нычки личий. Нам подойдет любой герой с 4 единицами силы магии и 3 единицами знаний, с книжкой и заклинанием «Волшебная стрелка». Армия, разделенная на единички 7 скелетов. Стратегия подобного взятия мавзолея очень проста для запоминания. Личи стреляют по нашим скелетам, мы отвечаем им стрелками. Скелеты просто стоят на месте. Для пробития нычки нам понадобится 6 стрелок. Потери фиксированы и составляют 6 скелетов. Неплохой размен на 3 личий. Друзья, давайте делиться друг с другом интересными стратегиями взятия объектов за разные фракции. Начало положено, и это меня очень радует. Огромное спасибо Никлаусу. У кого появятся идеи новых стратегий, пишите про них в группе канала ВКонтакте и на сервере Дискорда. Ссылки вы найдете в описании к этому ролику. Это был Антиквар, удачи и до встречи! Пока!